Сенчики, бампони, смотрим выступление. Как я понял, это Корея. Большое видео. Начинаем. Гитара. Вот такой. Огромный респект. Что-то вот так прям палец вытянулся. Кстати, некоторые люди уже погрузились в себя, да, вот, например, да, мужчина, он уже, он даже смотрит не на парня, а вот вообще как-то, ну, в свою выдуманную какую-то точку, и все, он ушел уже в себя. Несмотря на парня, видите, какой он качок, он вообще огромный, он реально смотрит какой-то вверх, как, словно оборотень, да, какой-то, такой накачанный. Вот он, поет очень сильно. Нет, неожиданно, неожиданно. Следит за собой. Так, я что-то будет, походу. Смотрите, все люди куда-то погружены вообще. Они улетели в какие-то, ну, свои воспоминания. Очень здорово. Блин, ну вы слышите это, да? Музыка прекратилась, мы слышим какое-то такое дуновение, какое-то легкое. Что-то приближается, и его голос. Он акапельно вывозит эту пустоту вот на все. Вау. Вот этот свет, да, вот это олицетворение его голоса, реально какой-то светоч. Он как какой-то реально святой человек пришел подарить людям свет и надежду. И псона у него это получается. У него улыбка на лице, немножко улыбки. С такой, с надеждой, словно, говорит с тем, что все будет хорошо. А вот люди все, они, во-первых, пожилые, и они все уже погружены в какой-то вот свои воспоминания. Словно, у них вся жизнь промелькнула. Как у него лицо, да, сдувается. Ну все, его потоки, его вибрации разлетелись по всему пространству и крепко взяли люди. Блин, круто. Он достучался, мне кажется, до каждого, там все плачут. Это уже, ну, как говорится, гарантированный успех. Это точно успех. О! Музыкальные инструменты меняются. Да, если это больше стало. Вначале так как-то мрачно. Я уже думал, что эта песня все-таки грустная. Словно смерть, знаете. Yeah.
общем, чем больше я смотрю, тем больше я начинаю ну, чувствовать все в эту, все происходящее. И, возможно, глядя на зрителей, да, которые вот все плачут, у меня уже выстраивается какая-то картинка, да. То есть, либо он словно вот умер, да, и он рассказывает о своей жизни, да, что у него произошло, либо наоборот, он словно. Блин, вот сейчас вот, слышите, да, его боевой настрой, да, прям вот. Словно он ушел, но при этом он хочет оставить что-то такое хорошее, да, он говорит, напутствие какое-то людям. А тут он какой-то путь свой преодолел, шел через все подряд, и вот, все. И он достучался до каждого человека. Не знаю, как он это. Он. Вот колоссально. Он прям проник там вот силами этих, знаете, как это. Какой-нибудь профессор X. Да, из любви. Ну, он скала, видите? А он словно поет, плачет, но при этом как-то сдерживает это все, знаете, как-то избегает слез. А, ну это все. Все, семья, да? Вот это поступает холодок, он просто проступил такой. Знаете, вот постепенно, да, меня лед уже сковывает. Даже вот, сейчас. Если я сейчас. Блин, вам, наверное, видно не будет. Вообще не буду тратить время. Но мурашки у меня пошли. Это правда, это было. Вот это уже все. Тут уже 100%, да. Знаете, как языковой барьер был сломлен, да. И уже я уже начал чувствовать все это прям сильно. Когда вот началось вот это молчание, да, минутка молчания, да, показывают фотографии нам семьи, то есть дань уважения какая-то, да, то есть чтят память, и вот потом да, мы слышим мелодию, и просто это уже удар, и он шибает вообще все барьеры, ну, как и у людей душевные, да, там боль, да, знаете, человек бывает ставит какие-то ограждения, барьеры, он их все ломает, и как же и у меня он тоже сломал, и меня прям вот прям словно что-то гудело внутри, уже мурашки так словно это ползает, и словно эти какие-то насекомые там дергают нервы мои. В общем, это сильно. Но при этом, видите, он словно, он как скала, он все равно, он словно, вот говорю, у него мимика такая, что он словно плачет, но при этом как-то пытается себя как бы поддержать, да, какие-то позитивные мысли.
холод еще до сих пор, знаете, вот остался. Как все-таки я был, наверное, прав, да, то, что на протяжении всей песни он просто пытался сдержаться. И вот в один момент было понятно, то, что он как-то прям, он аж присел немножко, прижался, да, потом что все равно подошел к микрофону, да, и продолжил сквозь вот боль, внутренние вот эти воспоминания, возможно, и он вот продолжал петь. И все-таки, да, это его, он пел песню, как бы, он посвятил песню своей семье, ему было больно, да, но при этом он рассказывал это каким-то лучом надежды, каким-то, он пытался подарить свет все равно людям. И в любом случае, люди сегодня поплакали, немножко отпустили, может, какие-то эмоции, немножко там вспомнили, да, ну, как-то людям в любом случае стало легче, все как бы немножко освободились от каких-то, может, тягот. Парень реально такой богатырь, здоровый, скала, и держался он до последнего, да, и в конце такое вот видно было, немножко он уже глаза начали, уже глаза уже такие были мокрые, прям, словно сейчас уронят слезу. Парень показал свой этот крик души, который оказался очень сильный, он достучался определенно до каждого, каждый зритель, который был в зале, он прочувствовал этого парня, прочувствовал о том, что, о чем он говорил. Это, знаете, как фильм, он чертовски сжат, когда там все самое важное, и, причем это очень хорошо раскрывает персонажа. Поэтому каждый прочувствовал все отлично, и видели, сколько было слез. Там просто, если слезы — это жизнь, да, какая-то вода жизни, то там реально можно взять ручей, какой-то можно сделать пруд молодости в итоге. Парень очень искренний, поет прям очень хорошо. У него, знаете, как голос как-то прям как-то вот как сдувался, это как рыба фугу, да, такой голос набирал прям внутрь, как внутри где-то, и то просто выстреливал пушкой своей. Надеюсь, у этого парня все хорошо сейчас. Всем хорошего настроения, отличного дня, успехов во всем. Пока-пока.